В Павлодаре отдельные нормы нового закона о дорожном движении вызвали неоднозначную реакцию автовладельцев. Речь, в частности, идет о запрете аэрографии на автомобилях. Активисты заявляют, что автоаэрография на аварийную ситуацию на дорогах не влияет. Это скорее произведение искусства, но никак не причина ДТП. Еще один щекотливый вопрос для водителей – места для парковки. Репортаж Салавата Тимербулатова. Автоинспекторы пока еще никого не штрафуют, но предупреждают. По новому закону аэрография на машинах теперь запрещена. В полиции посчитали, что трехмерные рисунки могут стать причиной аварии. Допустим, вся эта красота может отвлечь внимание других участников движения. По разъяснению данного законодательства были розданы памятки водителям. Водителям за вчерашний день более 5000 водителей были осведомлены. Также сотрудниками дорожно-патрульной полиции в настоящее время проводятся комиссионные выездные обследования дорог, где нужно устанавливать дорожные знаки. А вот у павлодарских автолюбителей эта норма уже вызвала массу недоумений. Скорее, так называемые блатные номера, которые теперь свободно продаются, больше привлекают внимание других автолюбителей. Вот у нас, допустим, в городе каждый год в начале мая проводятся автопарады на площади, да, и там выставляются эксклюзивные автомобили. И сейчас это все, получается, будет под запретом, и мне лично непонятно, почему и с чем это связано, потому что в совокупности аэрография вряд ли дает столько аварий, сколько происходит у нас. И жалоб я, как представитель студии аэрографии, ни разу не слышал. И еще один интересный момент. Установка парковочных знаков. Машин становится больше. Они массово заходят во дворы. Они нарушают, я считаю, что если не место, где парковаться. Прямо возле подъезда. Действительно, скорая может подъехать, может пожарная подъехать. Еще булыжники ставят, правильно? Теперь власти должны иметь четкий план действий и в обязательном порядке предусматривать места для парковок при планах благоустройства. В этом году более 50 домов во дворах были благоустроены дворы. Почти во всех были предусмотрены парковочные места. Действительно, были проблемы у жителей автолюбителей, в основном, куда парковаться и где оставлять свои машины. Сейчас павлодарский акимат в поисках и гаданиях и готовит новую программу. Куда еще можно разместить такие вот знаки? Ведь свободных территорий в городе катастрофически не хватает, а поток машин только растет. Из Павлодара Салават Тимербулатулла и Марат Игликов.